Здравствуйте, дорогие друзья! Хотелось бы поздравить вас с наступающим замечательным праздником. В том торговом центре, в котором я буду работать, там везде играет новогодняя музыка, там везде развешаны такие украшения, гирляндочки, и все так наливает настроение. Это единственный день в году, когда на работе мне разрешают пить, и это единственный день на работе, когда я пью. Как-то мы с папой поехали праздновать Новый год на дачу к его друзьям. Я сначала поднималась на чердак, ожидая того, что меня заберет с собой Питер Пен. А иногда спускалась в подвал, ожидая того, что я открою дверь, и там будет Нарния. Но этого так и не произошло. С тех пор я больше не езжу. Я больше не отправляюсь праздновать Новый год к друзьям вместе с папой. Его. На их дачу. Это был новый 2011 год. Я поднимаюсь на второй этаж. Он на ванкузе вот так передвигается по полу и что-то кричит про то, что он то ли индеец, то ли шпион, то ли ассасин. И идет на меня. Было дело, когда встречали Новый год под радио. В принципе, как-то да, все было скучно, уныло, и даже пьяные драки не разбавляли. Хотя вносили искорку в новогодние празднования. В наступающем новом году я хочу пожелать, чтобы аниме выходило как можно реже. Чтобы его вообще убрали со всех ресурсов в интернете, а торренты вернули обратно. Чуть-чуть меньше наркотиков на Новый год. Желаю вам в новом году хорошей музыки. Чтобы было много хорошей музыки. Я желаю вам в этом году расти постоянно над собой и при этом не забывать про отдых. Нужно в новом году вкуснее есть, больше пить и меньше спать. Найти свою любовь, творческих успехов, хороших дел, интересных событий и лучшего года, чем был этот. Прийти, конечно, на наш фестиваль тоже было бы неплохо. На самом деле, нет. Если кто-нибудь. Я желаю, чтобы следующий фестиваль прошел прям ахово. Чтобы об этом услышали в Нью-Йорке и в Северной Корее. Дорогие россияне, этот год был очень тяжелый для нас. Как и все прошлые, предыдущие и будущие. Здоровья вам и счастья в этом новом праздничном, долгом, большом году. Я желаю, чтобы корейскую косметику перестали выпускать. И ее место заняла по праву белорусская косметика. Ну, мое пожелание всем дожить, все-таки дожить до зомби-апокалипсиса. Ура!